Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские кроссовки немецкого бренда Каприз. Модель выполнена из натуральной замши из кожи козы, мягкого, тонкого и эластичного материала. Он отлично садится по ноге, в обуви будет комфортно с первых дней. Замша пропускает воздух, при этом защищает ноги от холода. Пару приятно носить в сухую, прохладную погоду. Боковая молния сделает процесс обувания быстрым и легким, а шнурки помогут отрегулировать посадку до максимально комфортной. Подкладка из бархатистой ткани прочная и мягкая. Стелька из натуральной кожи позволит вашим стопам дышать и меньше потеть, она бежевая. Подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность, с ней ноги будут меньше уставать. Прочный протектор защитит подошву от истираний. Он переходит на мысок модели, дополнительно укрепляя его. Носите эту пару в стиле casual с элементами уличного спорта, с джинсами и свободного кроя и вязаными джемперами. Они будут отлично смотреться в более спортивных образах, например, со штанами-джоггерами и оверсайз-футболкой. Модель представлена в черном и светло-коричневом цветах. Почувствуйте комфорт с вашими новыми кроссовками Каприз.